Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габеши. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Сочинские аптеки проверят. Чтобы не повторить иркутского ЧП, меры безопасности в период праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Жилец есть, а информации о нем нет. В Сочи полицейские проинспектировали мини-гостиницы и хостелы. В Сочи покажут систему братьев Запашных. Киноверсию циркового шоу представит лично Эдгар Запашный. Сочинцы оказались, как всегда, на высоте. В Дагомысе прошел чемпионат Краснодарского края под тхэквондо и ТЭТ. Всероссийский форум казаков может пройти на Кубани в 2017 году. Такую идею предложили на отчетном съезде Кубанского казачьего войска, который прошел в Краснодаре. В частности, на встрече речь зашла о дальнейшем развитии Краинвестбанка. Ранее РНКБ стал его инвестором. Для Кубани сегодня это одна из ключевых кредитных организаций. Сейчас там обслуживается около 450 тысяч кубанцев. Отдельно банк работает и с предпринимателями края. На встрече обсудили условия кредитования малого и среднего бизнеса. По мнению главы региона, важно поддерживать не только тех, кто уже состоялся, но и тех, кто только открывает свое дело. Не каждый банк, а часть где-то готов идти по границе, где-то рисковать, потому что, на самом деле, допустим, тоже кредитование, где-то надо поверить даже в клиента. Можно бизнес или молодого паренька, который хочет заниматься бизнесом, или пустить в большое плавание, или обрубить его на берегу. Вот важно почувствовать его, поверить, может он стать большим бизнесменом или нет. Может ли он создать даже пусть средний бизнес или не может. Вот здесь и вопрос вот этих финансовых продуктов, их доступности, а еще и в чьих руках, кто продавец этих финансовых продуктов, насколько он чувствует клиента, насколько он готов вместе с ним разделить ответственность за то, что получится у него или не получится. От этого и зависит будущее экономики. Весь фокус нашего развития, он нацелен на юг России. И наша система принятия решений, она короче намного, чем там, у некоторых других конкурентов. Обладая, соответственно, капиталом, обладая ликвидностью, соответственно, наша основная задача – это выстроить качественный сервис. И мы двигаемся вот по этому направлению. Там, средний бизнес там, он для нас уже серьезно важен, как малый бизнес. Для нас эти там 100 миллионов кредитов, 50 миллионов кредитов, 500 мы рассматриваем, в том числе индивидуально. Важно, чтобы банк оставался надежным партнером края, отметил также Вениамин Кондратьев. Участие финансовой организации планируется в приоритетных для Кубани проектах. Это развитие туризма, сельского хозяйства и промышленности. Ну и в этом случае банк должен объективно подходить к выдаче выгодных кредитов. Очень важно, Мадя, чтобы не было своих чужих, потому что история Краинвестбанка показывала, что там, где проект на самом деле рентабельный, и он почему-то не рассматривался и даже на порог не пускался. А там, где явно экономики нет, а кредиты давались, понимаете, давались на выгодных условиях, как бы глаза закрывались. Главный критерий – это на самом деле рентабельность проекта, обеспеченность его, возможность реализовать того, кто пришел за деньгами. И на самом деле все это в совокупности даст дивиденд и банку, и кто пришел за деньгами, и экономике региона. Краинвест сегодня входит в число крупнейших банков. Зарплату в нем получают сотрудники более 3500 организаций, большинство из которых бюджетные. Доступное кредитование кубанцев и поддержка стартапов. Эти вопросы Вениамин Кондратьев обсудил с руководством Российского национального коммерческого банка. Участие в нем приняли почти 1000 человек, в том числе и губернатор Вениамин Кондратьев. В будущем году, как заявил глава региона, будет продолжен курс на выдачу земель казачьим обществам. На данный момент им передано 12 тысяч гектаров участков. Однако, чтобы работа в этом направлении шла и дальше, казакам придется объединяться в кооперативы. Почему от вас нет никакого посыла, чтобы это создать? Потому что ведь и главы тоже, они реально понимают, кому доверить землю. Вот просто казачьему войску кубанскому, я их где-то здесь понимаю, они хотят доверить предприятию. Предприятию, которое может работать, которое может зарабатывать, которое должно получать прибыль. И от вас должны быть шаги навстречу. Я шаги делаю, ну и вы сделаете. Создайтесь, организуйтесь, образуйтесь. Но так же не может быть. Тогда на самом деле и главы поверят в то, что сегодня есть казачьи сельскохозяйственные предприятия. И тогда по-другому я могу с них спросить и сказать, слушайте, вот если сегодня они есть, почему тогда у них нет реальной земли?
Также на съезде обсудили разработку нового законопроекта о казачестве, инициатором которого стало Кубанское казачье войско. Его атаман Николай Долуда заявил о возможности создания в крае казачьей муниципальной полиции, которая занималась бы охраной общественного порядка и помогла бы разгрузить сотрудников внутренних дел. Жители и гости курорта должны чувствовать себя комфортно, а главное – безопасно, особенно в период новогодних и рождественских праздников. Именно вопрос обеспечения безопасности стал основным на заседании городской антитеррористической комиссии. В Зимнем театре собрались руководители отраслевых управлений, объектов размещения, торговли, транспорта, словом, те, в чью обязанность входит обеспечение безопасности потребителей. Накануне заседания антитеррористической комиссии межведомственные группы проверили ряд объектов размещения потребительской сферы, мест массового скопления людей и оценили степень готовности по вопросам обеспечения безопасности. Как выяснилось, многие требования не выполняются. Остается уже 12 дней до Нового года, и естественно, что каждый день в объектах размещения должны быть выполнены меры безопасности, проведены обязательно инструктажи, чтобы формально никто не относился. Меры противопожарной безопасности также должны быть выполнены. Работу видеокамер необходимо обеспечить в полном объеме, причем как в системе «Безопасный город», так и на частных объектах. К продаже пиротехники, подчеркивает Анатолий Пахомов, особое внимание, как и к организации фейерверков. Реализация алкогольной продукции должна быть взята под особый контроль. Те, кто хочет нажиться на праздниках, они как раз это время выбирают, когда идет спрос, когда вот люди приобретают. Давайте-ка хорошенько проверим все предприятия торговли, питания, вот каким спиртным они собираются торговать. В ближайшие дни, подчеркнул глава города, объекты размещения и торговли проверят повторно. Если выяснится, что предписания контролирующих органов не выполнены, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до запрета на работу. Под особый контроль возьмут точки реализации алкогольной продукции. Из трагедии, произошедшей в Иркутске, необходимо сделать выводы, подчеркнул Анатолий Пахомов. Как заявили представители дорожных и коммунальных служб, подготовка курорта к новогодним праздникам идет по графику. Жители еще раз призвали при планировании поездок на Красную Поляну пользоваться общественным транспортом. Информация же о дорожной обстановке на курорте будет выводиться на электронное табло, установленное от поста Магри до Красной Поляны. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи в мини-гостиницах и хостелах выявили нарушение миграционного законодательства. Сотрудники УВД провели рейды в Центральном и Хостинском районах. Проверке подверглись гостиницы и хостелы. Как выяснилось, многие постояльцы находятся в городе без регистрации. А сами руководители гостиниц в установленные сроки в течение суток не отправляют необходимые сведения о жильцах в подразделение адресно-справочной работы отдела по вопросам миграции. В результате в отношении двух индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы за нарушение правил регистрации. Санкции статьи предусматривают штраф. Также во время рейда полицейские провели со всеми руководителями гостиницы и хостелов профилактические беседы. 24 декабря в Сочи откроются лыжные трассы всех горных курортов. Но уже сегодня любители зимних видов спорта на склонах Розы, Хутор и комплекса «Горки города» пробуют спуски. Поток личного автотранспорта в направлении горного кластера с каждым днем увеличивается. О том, как будет организовано здесь движение, Рената Шипулина. Склоны горнолыжных курортов уже режут кантами любители активного зимнего отдыха, хотя не все трассы еще открыты для катания, да и автомобильный поток не назвать пока интенсивным. Но чем ближе официальное открытие сезона, а запланировано оно на 24 декабря, тем большее число машин устремится в горный кластер. И здесь ведут ограничения движения транспорта. Впрочем, действовать они будут до 8 января. Будут работать дополнительные экипажи ДПС, ГИБДД, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения. И здесь мы хотим обратиться ко всем жителям и гостям нашего города о необходимости укомплектовать свой автомобиль зимней резиной. Но даже на зимней резине попасть в период новогодних праздников на личном авто к горнолыжным курортам может не удастся. Количество парковочных мест ограничено. Об их наличии либо отсутствии горожан и гостей города будут информировать передвижные табло. В горном кластере, начиная от села Молдовка до горнолыжного курорта «Роза Хутор», будет выстроено табло с переменной информацией, на которое будет выводиться информация о количестве парковочных мест, о количестве скипасов. Если парковки будут переполнены, значит, будет ограничиваться движение в горный кластер. Автолюбители могут оставить свой транспорт на вокзалах Адлера, а также Олимпийского парка, пересесть на электропоезда и добраться до вокзала «Роза Хутор».
Между тем, курорты Красной Поляны готовятся к большому потоку гостей и по возможности увеличивают количество парковочных мест. Мы реализовали в течение этого года новую идею. Это второй вход в Роза-хутор, так называемый Роза-стадион. Мы сделали дополнительно порядка 800 парковочных мест. Мы там построили кассы, там есть прокат. То есть человек, приезжающий, во-первых, это будет бесплатно. Во-вторых, там будет немножко дешевле скипасы. Человек, приезжающий туда, попадает практически в зону катания. Пока еще немногочисленные любители активного отдыха опробуют трассы и оценивают инфраструктуру горнолыжных курортов. Впереди открытие ночных катаний и так называемой зоны безопасности для отдыха на тюбингах, надувных санках. Все замечательно. Отлично, стоянки, ну, как видите, хватает. Там еще 800 парковочных мест сделали в этом году ребята. Так что отличное место. Очередей здесь меньше на этот подъемник. Стоянка бесплатная, да? Посыпано, почищено. И как бы и разъезды есть. Все вообще без проблем. Здесь установили кассы, скипас, к слову, стоит дешевле, откроют прокат снаряжения. Три подъемника будут вывозить любители зимнего отдыха на трассы. Более 5000 парковочных мест обеспечено в целом на горнолыжных курортах. В том числе на отметке 940 метров могут разместиться до 800 автомобилей. Но такого количества машиномест, очевидно, будет недостаточно. Ведь только горнолыжный курорт Роза-хутор может одновременно принимать до 18 тысяч гостей. Альтернативой здесь может стать общественный транспорт. К новогодним каникулам количество подвижного состава в направлении курортов Красной Поляны будет увеличено. Больше станет как единиц автобусов, так и пар электропоездов. Жителей и гостей города для собственного удобства просят отдать предпочтение общественному транспорту. Об ограничении движения в горный кластер будет дана информация и на табло, установленные вдоль береговой линии. Действовать правила будут с 28 декабря по 8 января. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Адлере в ДТП пострадал пешеход. Авария произошла накануне в 11 часов. По предварительным данным, 38-летний житель Ростовской области на автомобиле «Тойота» наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. К другим новостям. Несмотря на то, что праздник, работники ЗАГСа отмечали накануне, поздравления продолжили звучать и в понедельник в кабинете главы города Сочи. Причем подарками участники встречи обменялись в двустороннем порядке. Анатолий Пахомов пригласил руководителей отделов ЗАГС. Гости поделились с главой, что смертей стало значительно меньше, рождаемость увеличилась, а число браков преобладает над разводами. К слову о свадьбах, в прошлом году только 30% из числа зарегистрированных пар – сочинцы, остальные – иногородние. Это говорит и о популярности, а значит о том, что нравится людям, нравятся ваши отношения, гостеприимная улыбка. Начальнику ЗАГСа Центрального района Анатолий Пахомов вручил знак отличия за безупречную службу, другим благодарственные письма. Приятно удивили мэра и сами гости. Из достоверных архивных данных ЗАГСа стало известно, что сегодня чета Пахомовых отмечает коралловую свадьбу. В юбилей ему вручили 35 роз, собранных в букет по числу счастливых лет супружеской жизни с Еленой Николаевной. Именно пример для города, для всех нас, именно пример того, и, Елена Николаевна, ваша семья – это пример для того, как надо строить дружную и достойную уважение семью. Анатолий Николаевич, я всегда говорила, вы наш герой. У главы курорта уже давно появились и внуки. Причем Ника – коренная сочинка. Свидетельство о рождении дочери ее родители получали уже в сочинском ЗАГСе. В волонтерском центре чемпионата мира по ФИФА, открытого на базе Сочинского госуниверситета, прошло тестирование иностранных кандидатов в волонтеры. Тестирование прошло по скайпу. На сегодняшний день 8600 человек изъявили желание работать с сочинскими волонтерами в период проведения Кубка Конфедерации, это в следующем году, и на чемпионате мира в 2018. Из них 2500 человек – сочинцы. Окончательный список будет утвержден в начале 2017 года. Повезет не всем, будет отобрано 1400 волонтеров, 500 в резерв. У нас есть желающие работать в городе Сочи и из США, и из Омана, и из даже Вьетнама. Есть даже один кандидат, желающий работать из Фиджи. Вот мы с ними со всеми проводим интервьюирование, но у них обязательное условие – это то, что они должны самостоятельно приехать в город Сочи и проживать в городе Сочи. Если у них есть такие возможности, если они нам подходят на позицию, у них есть опыт волонтерский, у них есть хороший английский язык, то мы их обязательно возьмем. В марте для отобранных
собранных волонтеров стартуют специальные обучающие курсы для работы на Кубке Конфедерации. А пока еще идет тестирование и интервьюирование кандидатов. Его проводят студенты СГУ, они же сотрудники волонтерского центра. Medium. And what about your shoes? What is the size of your shoes? 42. Okay. Вопросы самые разные, вплоть до размера одежды и обуви, поскольку волонтеры будут одеты в специальную форму. Более того, в ходе опроса необходимо определить стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность кандидата-волонтера. Те, кто получит максимальные баллы по оценке экспертов, имеют все шансы стать лидерами команды волонтеров на чемпионате мира 2018. Звонишь совершенно незнакомому человеку, ты не знаешь, как он себя поведет в любой момент. Для тебя это какой-то изначально небольшой страх, а потом просто ты начинаешь общаться, входить в контакт с человеком, и уже становится намного интересней. Они согласны с любыми условиями, потому что они очень активны, и вот просто их вот тянет во всю вот в эту вот атмосферу. Напомню, заявочная кампания по набору волонтеров завершится 30 декабря, и любой желающий до этого времени еще может подать заявку на участие в волонтерской деятельности. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи подвели итоги 6-й ежегодной премии «Время инноваций-2016». Церемония вручения независимой награды за достижения в области инновационной деятельности состоялась накануне в Красной Поляне. Все подробности в нашем следующем материале. Прежде чем назвать лауреатов Всероссийской ежегодной премии «Время инноваций», в этом году организаторы впервые провели конференцию. Ее цель – создать профессиональную деловую площадку для обмена реальным опытом внедрения инноваций российскими предприятиями. После более 50 компаний собрались на церемонии награждения. Премию «Время инноваций» вот уже 6-й год подряд вручают за лучшие практики в разработке, внедрении и продвижении инновационных проектов. На премии «Время инноваций» мы выступаем первый раз. Выступаем с нашим основным проектом, с технологической платформой «Орион». Это спутниковая медиаплатформа, крупнейшая в России. И нам очень радостно, что наш проект занял такую инновационную премию. В категории «Энергетика и энергосбережение» лучшим был признан совместный проект Московской объединенной электросетевой компании и Центра энергоэффективности «Интеррау» по разработке системы прогнозирования повреждений электрической сети при воздействии опасных природных явлений. Суть этого проекта сводится в дооснащении объектов компании дополнительным метеорологическим оборудованием, которое концентрирует информацию на диспетчерском пункте и позволяет диспетчеру заблаговременно ориентировать бригады в места наиболее вероятного возникновения отключений. Победителями премии становятся только те компании, которые эффективность своих проектов подтверждают на практике. В их числе Московская городская телевизионная сеть. Компания представила умную систему видеонаблюдения, внедрив в нее дополнительные датчики по обнаружению движения и звука. Если раньше, например, архив писался там сутками, и чтобы что-то найти, надо было его весь пересмотреть, то теперь, заходя в личный кабинет или в приложение, пользователь просто видит определенные маркеры, которые говорят о том, что сработал какой-то датчик, переходит в то место, где это событие произошло, и нужный целевой момент интересно им отсматривают. За 6 лет своего существования премия доказала свою востребованность, ведь она дает возможность бизнесу не только представлять свои разработки, но и становится отправной точкой для создания новых инновационных проектов. Оценку им дадут уже в следующем году на 7-й премии «Время инноваций». Ольга Десятова, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи представят систему «Братьев Запашных». Это киноверсия циркового шоу, насыщенного спецэффектами. 21 декабря фильм в кинотеатре «Люксор» Сочи представит лично Эдгар Запашный. «Система» – это настоящий философский спектакль с непредсказуемым сюжетом. Запустив компьютерную игру, главный герой попадает в систему, населенную роботизированными существами. Так начинается удивительное путешествие внутри игры, в которой все управляется бесконтактным методом с помощью голосовых команд и силы мысли. Зрителям представится возможность погрузиться в новый цифровой мир. Захватывающий сюжет, фантастические трюки, удивительные номера различных цирковых жанров в исполнении звезд мирового уровня, экстремальные
уникальные виды спорта и неподражаемые артисты-животные предстанут перед зрителем в необычном формате киноверсии. Единственный аналогичный проект был реализован всемирно известным цирком «Дю Солей». Теперь возможность перенестись на цирковую арену прямо из зала кинотеатра появится и у российских зрителей. 21 декабря с 19 до 20.00 гостей кинокомплекса «Люксор» ждут автограф-сессия Эдгара Запашного и шоу-программа. В 20 часов в двух залах состоится премьера фильма. 19 декабря компании «Соут Сочинские выставки» исполняется 25 лет. На сегодняшний день «Соут» – это более 500 конгрессно-выставочных мероприятий различной тематики и более 20 ежегодных специализированных выставок. А такие мероприятия, как международный тур, форум, выставки пива, интерювелир, вино, водка, давно стали визитной карточкой компании. Высокий уровень организации и проведения выставочных мероприятий «Соут» отмечен различными государственными организациями и профессиональными объединениями. С 1994 года компания «Соут Сочинские выставки» является действительно членом Российского союза выставок и ярмарок и с 2005 года членом Международного союза выставочной индустрии. В Дагомысе состоялся чемпионат Краснодарского края и открытое первенство города Сочи под хэквондо ИТФ. В нашем крае именно Сочи стал центром корейского боевого искусства. Поэтому не случайно, что чемпионат и открытое первенство города проводятся именно в Сочи. Масштабно представлен весь край. Практически от каждого района края несколько представителей. А в Сочи тхэквондо занимаются более 1000 подростков. Есть школа Олимпийского резерва. Именно сочинских спортсменов считают самыми перспективными. Краевая команда более чем на 50% состоит именно из сочинских спортсменов. И это для нас огромный плюс. Мы с вами видим даже, то есть за период года, сколько было проходило у нас таких рейтинговых соревнований. Все хотят ехать в город Сочи. И город Сочи может предложить все, чтобы проводить качественные соревнования по данному виду спорта. 20-летний Александр Ховиков стал призером чемпионата Европы в 2014 году. Я часто выступаю, я живу в городе Сочи, здесь у нас Южный федеральный округ, городские соревнования краевые. Выезжаю на чемпионат России, пытаюсь там занять место. У нас в Сочи по календарному плану проходят постоянно соревнования в квартал раз, и начиная от городских соревнований до российских. Вот у нас в этом году, в феврале месяце, был чемпионат первенства России, проводилось в Сочи, потом походила ЮФО, и вот сейчас первенство города Сочи, Краснодарский край, в рамках этого турнира отбор на чемпионат первенства России уже с 2017 года. Данное соревнование является отбором на чемпионат России, который пройдет в феврале в Санкт-Петербурге. Поэтому все свои силы спортсмены отдают без остатка. Небывалое рвение со стороны девочек. Их занимающихся тхэквондо с каждым годом становится больше. У меня папа тренер. Мне нравится этот вид спорта. В чемпионате Краснодарского края принимают участие более 200 спортсменов. Возраст от 6 до 18 лет. Программа соревнований включает в себя не только личные спарринги, но и командные состязания. В них традиционно отличились сочинцы. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта. Декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.